Как превратить газетный ларек в закусочную в обход законодательства? Ларьки возле метро «Пионерская» торгуют едой под прикрытием. Павильоны возле «Пионерской» появились еще в середине января, и все это время жители заваливают жалобами порталы городского правительства. По их мнению, ларьки мешают нормальному проходу к метро и остановкам общественного транспорта. Здесь бывают достаточно большие потоки людей, и, конечно, он будет мешать. Все эти ларьки мешают, честно говоря. Хочется, чтобы прямо шел. При этом чиновники уверяют, с прошлого года все торговые объекты в районе устанавливают согласно схеме размещения. Ее разрабатывают в районных администрациях, и только после этого бизнесмены получают право занять участок. Впрочем, насколько добросовестно поведут себя предприниматели, можно установить опытным путем. Действующим законодательством предусмотрено, что запрещается размещение торговых объектов ближе 50 метров к метро. Поэтому торговли не может быть в радиусе 50 метров. Правда, касается это не всех объектов. Привилегии у цветочных и газетных киосков. Хозяин злосчастного кафе у «Пионерской» получил разрешение на торговлю именно таким ассортиментом, но, видимо, рассудив, что периодика не принесет желаемой прибыли, решил перепрофилировать бизнес в закусочную. Это одно из самых распространенных нарушений, когда арендатор земельного участка нарушает условия договора и торгует не тем, чем ему предписано торговать. Мы обратились в комитет имущественных отношений для того, чтобы они в рамках своих полномочий провели проверку и, соответственно, приняли какие-то меры воздействия на недобросовестного арендатора, вплоть до расторжения договора аренды. Правда, до расторжения договора аренды бизнесмены успеют накормить не одну сотню людей. Свою проверку должен провести комитет имущественных отношений, и если информация подтвердится, наказать владельца рублем. А вот убрать павильон от метро можно будет только в том случае, если его владелец и дальше продолжит торговать едой, а не газетой. Редактор